Здравствуйте, перед вами стрекокарпус селекции Диметрис 1779. Давно я его хотела, вот он у меня появился. Белоснежный стрептокарпус с очерченной каймой сиреневого цвета и с желтыми нижними лепестками. Вверху верхний цветок, он уже совсем взрослый. Нижний еще только распускается. И получается, что вот эта кайма сиреневая, она проступает ярче в более взрослом состоянии цветка. А желтая, наоборот, ярче, когда цветок молодой, помоложе. Просто невероятная рюша. Он весь рюшастый. Очень красивый цветок. Одним словом, прелесть.